Привет, друзья, привет, подписчики. В этом видео вам покажу, как обойти блокировку YouTube и Discord на своем телефоне в пару кликов. С вас лайки, подписка, с меня больше интересного контента. Видите, Discord у меня работает, то есть я могу переписываться и так дальше. Как же так сделать, чтобы он у вас работал? Вам понадобится приложение, которое называется ByDPI. Вот оно. Его вы можете взять либо в Play Market, либо у меня в телеге скачать, то есть нет никаких проблем для скача на сегодняшний день. Просто зайдите в этот канал и найдете себе ByDPI. Так вот, забегаем наперед, скажу, что у вас все будет работать. Заходим в ByDPI, нажимаем Connect, и у вас коннектится. Но прежде чем коннектиться, нужно все настроить. Нажимаем на вот эту вот шестеренку и смотрим. DNS ставим 4 восьмерочки, листы на адрес 127.0.0.1, порт 1080, максимум номер ставим вот такой вот, чтобы у вас тоже все работало. И, в принципе, здесь нужно еще пару галочек нам поставить для того, чтобы у нас была работа хорошая. Нам нужно поставить Design Only HTTPS и поставить вот этот вот Split Records и Split Records CNI. Тоже поставить две галочки. И после у нас будет работать как YouTube-чик, то есть не будет на нем никаких ограничений. Сейчас я вам в этом покажу. Вот смотрите, YouTube-чик у нас работает, да, без какого-либо труда. Нет подключения к интернету. Ага, я выключил интернет. То есть не будет никаких ограничений. Сейчас запустится. 3, 2, 1. Подключение восстановлено. Ура! Кстати, на вот этом вот канале есть много полезной информации. Канал называется Тимоха Лайф на Ютубе. Это мой канал, так что зайдите, посмотрите, там много чего полезного. И после этого у вас будет и TikTok, и Discord работать без какого-либо труда. Проверяйте, ставьте лайки.